Члены фракции «Единая Россия» и сторонники партии поздравили доноров России с праздником. Это праздник тех, кто по зову сердца сдает кровь, чтобы спасти чью-то жизнь. Она нужна в больницах, онкологических диспансерах и роддомах. От ее наличия, например, зависит успех проведения сложных операций, лечения онкобольных и пострадавших в ДТП. Число доноров в Подмосковье с каждым годом только увеличивается, подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Игорь Брынцалов.